Добрый день, уважаемые читатели! Вы смотрите видео на gagaji.com, и сегодня мы расскажем вам о 46-дюймовом LED-телевизоре Samsung UE46ES7500S, входящем в линейку Series 7. Первое, что бросается в глаза при знакомстве с телевизором, это минимальная толщина рамки вокруг экрана. Кроме того, рамка теперь имеет черный цвет и не отвлекает внимания от изображения. На рамке присутствуют два симметричных утолщения снизу и сверху. В верхнем расположена веб-камера, угол наклона которой можно регулировать, а в нижнем – светящийся логотип Samsung. При желании подсветку логотипа можно выключить в меню. Подставка представляет собой массивную металлическую крестовину, и телевизор держится на ней устойчиво и практически не шатается. Какие-либо кнопки управления на самом телевизоре отсутствуют. Вместо этого в правом нижнем углу с обратной стороны расположен джойстик для перемещения по меню, он же заодно является и кнопкой включения-выключения. Набор входов типичен для современных телевизоров. На задней панели расположены три разъема USB, один из которых выдает ток питания до 1 ампера, три входа HDMI, компонентный вход, два аналоговых аудиовхода, выход на наушники, оптический цифровой выход и розетка локальной сети. Разъем S-Card можно получить при помощи специального переходника, входящего в комплект подставки. Телевизор комплектуется двумя пультами дистанционного управления. Один из них вполне традиционный, а вот второй представляет особый интерес. Кнопок на нем минимум, а верхняя часть представляет собой сенсорную поверхность. Этот пульт оснащен встроенным микрофоном, что позволяет использовать его для голосового управления телевизором. Кроме того, телевизоры Samsung Smart TV образца 2012 года поддерживают управление при помощи жестов. Это забавно, но быстро надоедает. Все-таки нажать кнопку на пульте проще, чем размахивать руками. Как и положено флагманской модели 2012 года, телевизор поддерживает режим 3D и комплектуется сразу двумя парами активных очков. Качество изображения как в 3D, так и в 2D режиме можно назвать отличным. По умолчанию телевизор излишне завышает резкость изображения, но это легко исправить в настройках. Для любителей поиграть и поработать на большом экране есть режим отображения подаваемого сигнала точка в точку. Отдельного разговора заслуживает набор функций Smart TV. Он объединяет в себе такую функциональность, как клиенты социальных сетей Facebook и Twitter, видеозвонки через Skype и спортивные новости SportExpress. Дополнительные приложения можно покупать в магазине приложений Samsung Apps. Нельзя не упомянуть сразу два отличных сервиса, предоставляющих доступ к качественному контенту. Первый из них, Explore 3D, совершенно бесплатен и позволяет получить доступ к музыкальным клипам, документальным фильмам и трейлерам голливудских блокбастеров, разумеется, в трехмерном формате. Второй, Smart Kino, работает по принципу подписки и за 80 гривен в месяц открывает доступ к обширному каталогу фильмов в DVD и HD качестве. В целом, Samsung UE46ES7500S является одним из лучших телевизоров на украинском рынке. И хотя он принадлежит к высшей ценовой категории, более 15 тысяч гривен, высокая стоимость оправдывается отличным дизайном, развитой функциональностью и очень хорошим качеством изображения.